губернатор Рязанской области Олег Ковалев поставил знак качества на первой выпущенной партии современной технологичной упаковки битумного материала, тем самым ознаменовав завершение модернизации крупнейшей в стране площадки для производства полимерно-битумных вяжущих Рязанского завода битумных материалов. Теперь такие битумные материалы будут отсюда поставляться как в другие регионы России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья, при этом не теряя своих свойств. «Газпромнефть» приобрел Рязанский завод нефтехимпродуктов в конце 2013 года. Это позволило компании занять ведущие позиции по производству полимерных битумных материалов для дорожного строительства в России. Генеральный директор по логистике и сбыту «Газпромнефти» Анатолий Чернер отметил, что и в дальнейшем у компании много больших предложений по сотрудничеству с Рязанской областью. Нам здесь комфортно, на самом деле. Мы не чувствуем никаких сложностей. То есть нам здесь удобно, это центр России. Это как бы близость к рынкам сбыта. То есть это очень удобное место для локации нашего производства. А с точки зрения поддержки администрации, ну, она есть, и я думаю, что будет в дальнейшем. Теперь уж деваться некуда, штамп поставил. Основной акцент делается на достижении максимального качества битумных материалов для строительства современных дорог. Мощность завода около 60 тысяч тонн в год. Все оборудование отечественного производства и отвечает требованиям ныне актуального вопроса импортозамещения. На базе завода в планах создать научно-исследовательский центр, в котором будут разрабатываться высококачественные составляющие дорожного покрытия. Естественно, когда мы открываем такое производство, которое будет выпускать продукцию, которая увеличивает срок службы покрытия автомобильных дорог примерно на 30-40%, поэтому качество дорог, долговечность их, срок службы, способность воспрепятствовать тем нагрузкам, которые на дороге оказываются, значительно повысится. И мы рассчитываем, чтобы мы все же наши дороги реже ремонтировали, чем сейчас это происходит. Полностью автоматизированный процесс производства позволяет осуществлять контроль качества в сжатые сроки. Глава региона Олег Ковалев отметил, что завод оборудован и способен выпускать продукцию по последнему слову науки и техники. Мы в Рязанской области сейчас много внимания уделяем дорожному строительству, в том числе у нас проходят две федеральные автодороги, у нас есть региональные автодороги, местные автодороги, 8 тысяч километров только региональных и местных автодорог. И они все нуждаются и в ремонте, и в реконструкции. И поэтому мы будем продукцию эту брать и использовать. Опыт применения производимых полимерных битумов уже имеется в других регионах страны. Аналогичные мощности расположены в Москве, Омской, Ярославской областях, а также в Сибири и Казахстане.